Здравствуйте, меня зовут Мурзабекова Бегаим. Мне 17 лет, я из города Бишкек, и сегодня я буду петь Джилиси Дрисовой «Гимбилет». Я решила выбрать эту песню, поскольку она очень сильно импонирует мне. Я нахожу в этой песне какую-то часть себя. Мне хочется просто летать. У меня сахарный диабет. Заболела я 1,5 годика. По неизвестным причинам, на самом деле, я не знаю, как так произошло. Так что с этим я всю жизнь. Мне всегда было интересно, каково это есть все, что ты хочешь. Двигаться, заниматься любимым делом и вообще не думать о том, что произойдет с твоим сахаром. Как ты будешь себя чувствовать. Я бы очень хотела бы испытать, почувствовать, каково это быть, ну вот как обычные люди. Бывают моменты, когда я могу опустить руки. То есть у меня гипогликемия в какой-то момент, да, мне плохо становится. Я там принимаю лекарства, мне становится лучше, и я говорю себе, все, надо идти дальше. Нельзя ни в коем случае сдаваться. Я колю инсулин, потому что мое здоровье очень сильно взаимосвязано с моим физическим состоянием и с ментальным состоянием. Сегодня я как-то по-другому классно звучу. И душа очень сильно хочет петь. Тем более здесь можно. Здесь такая атмосфера, что каждый человек себя понимает, потому что мы идем в одном направлении, все поют, танцуют, все очень талантливо, и я чувствую себя вот прям вот в собственной тарелке. Я немножко волнуюсь, да, но одновременно я тоже сама хочу выступить достойно, показать весь свой потенциал. Я постараюсь. Ты супер выглядишь, слушай. Спасибо. И национальный наряд, и в то же время, я не знаю, такая кожаная куртка, да. Все. Волнуешься? Немного, да, волнуюсь. По тебе не скажешь. У тебя есть сейчас 2 минуты, чтобы выйти, поразить и 5 членов жюри, и, конечно, всю аудиторию Центральной Азии. Мы за тебя. Yeah. Давай. Покажи, на что ты способна. Yeah. Удачи. Yeah. Привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут? Меня зовут Мурзабекова Бегаим, мне 17 лет, и я из города Бишкек. Угу. Что будешь нам показывать? Сегодня я исполню песню Джидеши Дрисовой «Гимбилет». Здорово, ну тогда ты нам сейчас покажешь, да? Мы готовы тебя слушать. Давай, давай. Просто, удачи. Это все твое, спасибо. Вот эта вот вся сцена, давай. Уюған алтын ою бұз, ұзын бұдеги жолу бұз, кім біле? Жебет аялға тұла, қайда барам машыға, кім біле? Жағы-жағы жаңыра, ұрған ұрға жанып көлін дайыма жатыра.
сейчас устроила. Мы тут не могли усидеть на месте, все танцевали. Такой драйв, ты просто молодец. Супер. Ну, последние нотки прям нужны были. Да, ты прям их все сделал. Я сделал. Красавчик! У Бегаим шикарная энергетика мега-звезды. Ты танцуешь, ты любишь себя, сцену, зрителей. И мы с тобой также пели, танцевали. Ты большая умничка. Спасибо, я чувствовала, я вас чувствовала, да. Асирли дауыс болды. Керемет болды. Оған мақсаттарына жете бер. Еңбек қор екенсін. Тек қана алға. Чоу, рахмат, рахмат. Мой ответ – да! Спасибо! Я тоже скажу «да». Спасибо большое. Бегаим, я говорю тебе «да». Да. У нас двое, поэтому дважды «да». Окей. Ты получаешь 4 «да» и переходишь в следующий тур. И умничка. Спасибо большое. Для меня это очень ценно. Молодец. Пока-пока. Я был приятно удивлен, то есть, когда мы поболтали, он сказал, что будет петь, но когда она запела, я не ожидал от 17-летней девчонки такой мощи, энергии. Я сделала! Ты бы видела, как мы здесь танцевали. Да. Ты молодчинка, ты просто супер. Just wanna start a fire.